вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня у меня очередной влог. У меня сегодня будут соревнования. Последние соревнования в этом году. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи. А я иду собираться. Для начала сделаем прическу. Я сделала хвост. А гимнасткам нужны гульки. Я беру хвост и обворачиваю его вокруг резинки. И закрепляем шпильками. После прически сделаем мейк. Ну как я вам? Теперь приступим к мейку. Вот, все, мой мейк готов. Теперь можно ехать на соревнования. Вперед, за победой! Снежана, ходу.
заняла первое место, и мне подарили вот такой вот очень мягкий плед со снежинками. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Плюс еще одна медалька на мою почетную стену. Круто мне! Все больше и больше первых мест!